Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской информирует самарцев о ремонтно-профилактических работах. 30 ноября запланирована замена трех задвижек диаметром 150 мм по заводскому шоссе. Для этого с 10 утра до 21 часа холодная вода будет отключена по адресам: заводское шоссе 23, 25, 25/2, 27, 27D, улица Ближняя, 4, проезд Мальцев, 9, 22К1. Также 30 ноября будет проведена замена двух задвижек диаметром 300 мм по улице Осипенко, поэтому водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 23:00 по адресам: улица Осипенко, 14, 20, 24, улица Новосадовая, 22, 24. Бойлер поставят на Осипенко, 20. Информация о ремонтно-профилактических работах предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. В эпоху стремительных технологических изменений защита интеллектуальной собственности – залог успеха. Узнать, как обеспечить законную защиту своих концепций и инноваций, можно на открытом вебинаре с ведущим экспертом Ольгой Комаровской. Вебинар пройдет дистанционно 30 ноября. Он станет первым из серии онлайн-встреч, организованных технопарком «Жигулевская долина». Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке, которая размещена в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. В преддверии Международного дня инвалидов стартует общероссийская акция «Тотальный тест. Доступная среда». Акция призвана привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. Тест в онлайн-формате пройдет с 1 по 10 декабря. На официальном сайте мероприятия будет предоставлена ссылка для подключения к трансляции. Принять участие можно с любого персонального устройства, имеющего доступ в интернет. Подробности в телеграм-канале Кировского района Самары.